Вопрос. Допустимо ли использование зубной пасты во время поста? Касательно использования зубной пасты, большинство ученых утверждает, что это разрешено. В их числе и шейх Ибн Баз, да смилуется над ним Аллах. Он обосновывает это тем, что использование зубной пасты равносильно использованию сивака. Как известно, пророк, алейхиссалату вассалям, никогда не запрещал использование сивака, поскольку это абсолютно разрешено и не нарушает поста. Однако следует быть осторожным, чтобы случайно не проглотить содержимое. Проглатывать зубную пасту запрещено. Некоторые ошибочно утверждают, что зубная паста обычно имеет мятный вкус и сильный аромат, и якобы поэтому ее использование во время поста не рекомендуется, то есть является макрух. Однако, согласно общему правилу, если вы не проглатываете зубную пасту или же частички мисвака, то это не нарушает ваш пост.